Здравствуйте, зрители и подписчики моего YouTube-канала. Это относительно небольшое видео будет показано о вариантах столярных мастерских, либо вариантах обустройства рабочего места, либо варианты создания рабочего места. Вот как можно сделать эргономику рабочего места, либо какой-то мастерской столярной, либо какого-то уголка в комнате, где вот делать, где люди занимаются какими-то ремонтами. Честно скажу, что это в первую очередь интересно самому мне, так как я тоже собираюсь какой-то, может, небольшой какой-то уголок хотя бы сделать. Не, мастерская, конечно, это слишком громко сказано. Ну вот эргономику, у меня есть достаточно много инструментов, как вот энергомически распределить эти инструменты, как расставить какое-то оборудование по ремонту. Так что это в первую очередь интересно самому мне. Ну, я думаю, будет интересно людям по всему миру, которые тоже собираются, может, сделать какой-то ремонт в своей мастерской, либо перепланировку в своей мастерской, либо с нуля создать какую-то небольшую мастерскую и вот посмотреть варианты, какие бывают варианты, как можно распределить инструменты, вот энергомично расставить это все, чтобы удобно было брать, чтобы это все было на виду. Вот я сам по себе знаю, что бывают случаи, что вот надо найти какую-то отвертку, а среди десятков отвертков, которые валяются там по разным углам, найти ее почти нереально. Именно которая точно нужна тебе именно в данный момент. И нужно, конечно, есть мысль все это распределить, ну, сделать специальные подставки для отверток, насверлить в них дыры специальные. Ну, я покажу множество фотографий различных вариантов. Все остальное вы видите дальше в видео, будет множество, огромное множество вариантов различных столярных мастерских по всему миру, собранные фото по всему миру разных людей с разных уголков мира. И я думаю, будет людям интересно посмотреть, может что-то взять себе для своих столярных мастерских. Столярных, там не только столярных, механических мастерских, каких-то вот токарных, фрезеровочных, там шлифовальных. Кому-то, может, будет интересно, особенно в первую очередь я делаю это видео для себя, интересно мне. Может, когда-нибудь, где-нибудь, что-нибудь, я вот пересматриваю это видео, что-нибудь позаимствую. Спасибо за ваш просмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу. Все остальное вы видите дальше в видео. Thank you.
I'm not going to be able to do that.